Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня, как обычно, трэш-контент. Веселый трэш-контент будет. Будем качать новую имбу на максималку, как я и говорил. Точнее, так, как вы и просили. Поэтому с вас лукасики, а мы побежали сливать 20-й прорыв максимальной прокачки. Знаете, это уже нормальное явление. Так, это что у нас с оживой? Бравлер остался. Вот это Воронина сольем. Так, смотрите, 300, 2000, бум. Сразу же минус десятка. То есть, по сути, герой где-то десятку дает уже. 10к один герой. Это 20-й прорыв. Так, окей. Ну что, как и говорили, сегодня качаем кинди. Прокачиваем. Делаем конфетку. Так, где там кинди мои все? Вот они. Чем герой? Сейчас поговорим о герое, расскажу, покажу, что как. Куда. Так, сразу же качаем скилл. Просили поставить изворотливость. Ну, так и сделаем. Качнем на максималку, так как у нее ожог есть. По сути, она должна будет быть неубиваемая. Так, вот наш изворот. Пройдем по лаблу. Ну, как видите, вот за одной книги, кстати. Ну, хотя сюда мало книг уйдет, честно говоря. Блин, вечно забываю. Так вот проще их качать. Это чисто такой, знаете, пвпшный герой, потому что цели немного, герой забирает энергию. В принципе, даже неплохо забирает, имеет встроенный ожог, увеличивает уклонение. В общем, довольно-таки интересный и универсальный герой. У меня она уже была прокачана, то есть нам созвездие надо будет только переролить потом. Передачу энергии я тоже, думаю, поменяю на что-то более такое интересное. Так. А что у нас? Видите, здесь надо будет нам уклонение ловить. Чару, думаю, тоже поменяем, потому что чара это нам не особо подходит. Можно будет, наверное, либо охранитель, либо доспех поставить. Так, не понял, что я не могу. Она у нас уже стоит на таблетке. А, блин. Самое неудобное. Ну тут хоть лучше, чем прорыв мы и будем качать, потому что с прорывами реально жестко все. Так. На максималку.
Сейчас силушка пойдет обратно. На 12-м 4 цели понижает энергию на 65, повышает шанс уклонения на 30% героям с наименьшей жизнью и 8-й ожог. В принципе, очень и очень даже неплохо будет у нас выглядеть герой на максималке. Так, ну, в принципе, можно и КГшки. Тут проблем с этим нет. Такс. Качаем дальше просветик. Хорошо, когда у тебя хранилище максимальное и есть мана, ты можешь себе ее открыть и не париться, не бегать в рейды. Вот посмотрите, сколько времени я сэкономил. Как думаете, будет тащить? Пишите в комментах еще, с какими сборками вы хотите увидеть. Чары там, созвездия. Ну, в принципе, по созвездиям и так понятно, это максимальное уклонение надо ставить. Она будет, по сути, как Ронин, только она, правда, в инвиз не уходит, но она себе увеличивает еще дополнительное уклонение. По рунам очень много разных вариаций. Можно поставить то же самое выживание, попробовать, чтобы отхиливало себя и урон не проходил, как вариант. Можно дефный какой-то вариант поставить, но лучше, мне кажется, будет в данном случае это выживание. Так, поехали дальше. Пробуем сейчас что-то найти интересное. Интересно, когда они возьмутся за чары уже, добавят что-то новое, а то они все добавляют, добавляют, а к чарам как-то не доходят. Но это и хорошо, что не доходят, потому что будем потом очень долго мучиться. Так, ладно, поехали, попробуем наролить уклонение. Так, пятерочка есть. Вот душегуба надо будет еще тоже затестить. Посмотреть на душика, как он себя покажет на максималке. Ну, конечно, сейчас я буду качать прорыв. Самое-самое длительное, нудное, это прокачка прорыва. Ну и созвездия ролить. Тоже, блин, заморочек столько. Не прет и все. Одну жизнь дает. Странно для английского сервера. Обычно тут быстро мы созвездия ролим. Так, плюшки мы забрали. Дополнительные для прокачки. Так, это Анубис, который я вам уже показывал. Но это следующая наша имба, которую мы будем качать.
Просто нереально, просто не падает и все. Тройка, наконец-то тройка, двойка, ну вместе почти как пятерка. В общем, надо определиться будет с чарой, с этим и уже докачать. В общем, пишите в комментах, какую сборку вы хотите где увидеть, но это PvP-шный герой, поэтому на фарме, скажем так, этот герой бесполезный будет, а вот в PvP-локациях она должна нормально себя показывать, она забирает неплохо энергию, плюс вариации для дефа у нее, скажем так, комплектация дефная очень крутая. Это, по сути, тот же самый Ронин, только немножко более универсальный, единственное, не уходит в инвиз. Но инвиз мы можем сделать, в принципе, эмблемкой. То есть, я думаю, так будет тоже интересно. Герой будет иметь ожог. Поставим хранитель леса. И потом затестим. То есть, я вижу такую сборку, там, по питомцу... Вариация поставить, если у нас будет, конечно, хватать хранителя леса на уклонение слона. И он будет уже тащить, в принципе, еще дополнительно давать возможность. В общем, вот так вот, ребят. Пишите в комментах, что вы хотите увидеть. И завтра я уже вам открою эту импушку на максималке. И с учетом ваших комментариев... Я думаю, выберите тот же самый вариант, что и я. Мы уже протестируем эту имбушку. Все. Всем удачи, всем пока. Не забывайте участвовать в конкурсах.